Во время половодья 2014 большого притока воды на Чебоксарской ГЭС не ждут. Но если, к примеру, начнутся затяжные дожди и резко увеличится сток, то станции, которые работают на непроектной отметке, придется сбрасывать воду вхолостую. А Кокшайск, который находится ниже по течению, опять может уйти под воду. Впрочем, риск такого развития события невысокий. Подробности далее. Из-за раннего потепления половодье в бассейне Чебоксарского водохранилища в этом году началось на 2 недели раньше среднемноголетних значений. По словам представителей Росгидрометеоцентра Марины Китарьевой, эта зима в Чувашии была теплой, и процесс замерзания рек растянулся. Толщина льда и глубина промерзания почвы составили лишь половину от средней нормы. Весна же под влиянием мощного потока теплого воздуха началась рано. Снег не просто растаял и потек, а испарился. Можно сказать, что пик половодья 2014 года уже прошел. То есть, да, не исключено, вода еще будет, потому что снег еще остался по северу республики, в лесных массивах, во оврагах. Но начиная с 5 числа, по расчетам, боковой приток уже медленно начинает спадать. К весеннему половодью на ГЭС подготовились. Приняты все необходимые меры по безаварийному пропуску прибывающей воды. Работает паводковая комиссия. Вероятно, что напор воды на гидротурбины будет ниже допустимого из-за тихого половодья. Такое уже было в 12-х и 13-х годах. Напоры в эти половодья опускались до 5 метров на агрегатах. Часть турбин, вот я говорю, от 2 до 6 мы останавливали, выполняли ремонт турбинного подшипника, после чего гидроагрегат вводился в работу и нормально эксплуатировался. В Чувашии в зону половодья может попасть 16 муниципальных районов. Площадь прогнозируемых затоплений около 115 километров. Сельскохозяйственных угодий из них 85. Для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в весеннем половодье 2014 года в Чувашии создана специальная группировка сил. В ее составе около 5500 человек, более 750 единиц техники и 16 плавсредств, что, по словам представителей МЧС, достаточно для ликвидации последствий любого половодья в Чувашии. Оксана Замятина, Евгений Анисимов, Республика.